Я не хотел выступать. Должен был выступать депутат Роксмистров по совершенно отвлеченной теме. Никакого отношения. Вдруг депутат Никичук выходит сюда и начинает поливать грязью. И меня в личном качестве. Это, конечно, вызывает обратную реакцию. Раз вы хотите, я буду говорить. И начну с Ленина. Вы, чтобы все знали, почему он взорвался. Депутаты мои проводят круглые столы. И один из круглых столов был посвящен роли личности Ленина. Им, коммунистам, не понравилось. Они решили, чтобы мы прекратили трогать Ленина. Видимо, они боятся, что началась кампания реально вынести его. Там же стоит забор под видом реконструкции, можешь вынести. Поэтому они решили, что это мы что-то делаем специальное. То есть никакого специального ничего нет. Я не участвовал в этом круглом столе вообще. Я же не понял сперва, о чем это речь. Но потом Никичук проговорился, вот вы тут круглые столы устраиваете, мертвых пинаете. Мертвых пинать не надо, а вот Тэтчер тоже мертвая. Может быть, ее тоже пинать не надо? Это она разрушила Советский Союз. Это она соблазнила вашего последнего генерального секретаря Горбачева. Он был подкаблучник у своей жены, тоже покойная. Тоже не трогать. Ельцина тоже не трогать. Сталина тоже. Кого можно трогать? Зюганова? Давайте будем его трогать тогда. Если трогать, только Зюганова можно. Он же жив пока еще. А я предлагал уже положить рядом с Лениным. Уже лежал пару лет там. Поэтому, если вы говорите, что не трогать Ленина, ну, пойдите на Мясницкую, все депутаты, я прошу вас, перерыв шагом марш. На Мясницкой купите все книги про красный террор, все архивы, все, так сказать, цифры. 24 миллиона положили большевики за гражданскую войну. Представляете? В Великой Отечественной еще 30. И за все 100 лет, а это продолжается у нас, практически вот эти элементы, связанные с советской властью, 100 миллионов положили. 100 миллионов человек лежат в могиле. Это мало. Большевики вырезали всю элиту самых лучших чиновников, ученых, офицеров, полиция, сыщиков. Ну, все самое лучшее. Или в ГУЛАГ, в Сибирь, или просто расстреливали. Откройте труды вашего святого Ленина. Ну, на каждой странице расстрелять. Откройте. 55 томов. Вы же сами коммунисты не читаете труды вашего Ленина. Откройте. На каждой странице расстрелять. Только один глагол знал этот человек. Возможно, он был умный. Мы же не говорим, что дурак. Но мы говорим о последствиях. Весь ЦК большевиков был против Октябрьской революции. Ее хотели только трое. Ленин, Троцкий и Свердлов. Они ее совершили и возглавили. Кто давал деньги на революцию? Брат Свердлова, американский банкир из Америки. Вот она, пятая колонна, села в Кремль прямо на второй день после революции. Это же все скрыто сегодня. Все известно. Когда умер Свердлов, полный сейф валюты и золотых украшений ювелирных. Ну а где весь золотой запас России? Ювелирные изделия. Все, что царь накопил и русский народ за 1000 лет, все стали вывозить за рубеж. Да, строили заводы и фабрики, грабили страну. Как строили заводы и фабрики? ГУЛАГ строил. Это были отличные рабочие. Люди, которые обречены на смерть. Кто ввел каторгу царскую? При царе отняли каторгу. Большевики ввели ее в 43-м году. В 43-м году ваш Сталин ввел понятие каторга. Когда тюрьмы мало, лагерь мало, пытки мало, детские дома мало. А на каторгу еще направляли людей. Поэтому вы все посмотрите, что происходит сегодня в стране-то. Выступал товарищ, говорит, в колхозах скоро все закроют. Да потому что никто не хотел колхозов. Силой загоняли. Ведь спокойно было в стране до 29-го года. Ведь Ленин, ваш Ленин, понял, что немедленно вернуться к капитализму. Но стыдно, он сказал, новая экономическая политика. Перевожу на бытовой язык, назад в капитализм. Ничего не получилось, ребята. Военный коммунизм, гибель людей. Что ввели большевики в первые же часы существования? Военный коммунизм. Отобрать все. Да, два понятия было. Распределить. Значит, как они говорили, вот никаких денег не надо. Представляете, что сказали, такую чушь. Говорит, только товар. Вот крестьяне произвели хлеб, заберем, отдадим рабочим. У рабочих возьмем товар, отдадим крестьянам. Зачем деньги нужны? Зачем деньги нужны? В этом они хотели, но не получилось.
Ленин их понял, что провалился полностью военный коммунизм. И вводит новую экономическую политику. Но Сталин-то ничего не соображал. Он решил дальше продолжить. Он понимал, что если новая экономическая политика продлится, то большевиков выгонят. Потому что крестьяне снова поднялись, снова много хлеба, хозяин. И он решал, хозяин, продать, не продать. А Сталин говорит, что это не продавать будешь мне, крестьянин? Мы у тебя заберем. И силой забрали весь хлеб. У всех крестьян. А крестьян уничтожали. Уничтожали. Первый муж моей матери, чекист, вывозил русских крестьян в Сибирь. Возвращался, его рвало дома. Говорит, здоровые русские мужики, приезжаем в Сибирь, открываем вагоны теплушек и идут в тайгу. Снег. Кто успел топоры взять, делали быстро землянки, спаслись. Все остальные погибли. Женщины, дети, все погибли, старики. Некоторая взрослая часть кулаков, сумевшие с топорами приехать в этих теплушках, гвозди, что-то успели сделать. Тут это все я. Напрямую. Мою мать расстреливал он. Он успел стрелять. Он же дома не мог стрелять. Ее остальных стенки не убивал, но тоже стрелял. Даже они, чекисты, обезумели от того красного террора, который вы устроили. И что делает ваш любимый Сталин? Вырезает всю Ленинскую партию. Всех, кого уничтожил до 40-го года. Все были самые лучшие коммунисты. Все. Все. Все первое советское правительство расстрелял. Всех расстрелял. Весь уже вырос советский командный состав. 30 тысяч офицеров и генералов. Всех уничтожил. Лейтенанты командуют дивизиями. Это что? Его уговаривают 22 июня, завтра война. И он все еще мучается. Все. Ночью в 3 часа пошла телеграмма привести округа в, значит, в военное положение. Ну а где патроны-то? Патроны в тылу. Вся граница новая не оборудована. Старая уничтожена. Это он, Сталин, подготовился к войне. Сталину было стыдно. Он 10 дней не мог обратиться к народу. Ему было стыдно, когда Маленков, Каганович, Молотов приехали 28 июля в Кунцево на дачу. Он думал, приехали арестовать. Он руки поднял. Все. Он же был арестовать и расстрелять прямо там, в Кунцево. Но они приехали, так сказать, вот кланяться в ножки и решать, что делать дальше. Тогда он осмелел и выступил 3 июля, когда уже миллионы солдат в плену, миллионы расстреляны, вся авиация уничтожена, артиллерия на лошадях, а патронов нету. Представляете, ну хорошо, но не успели, что... Ну патроны подвезите, но это ребенок поймет, что артиллерия без снарядов – это не артиллерия. Танки без бензина и самолеты без бензина, керосина ничего сделать не смогут. Поэтому преступление на преступлении, ошибка на ошибке. И Сталин, ваш Сталин, запретил военные парады. Ему, вашему Сталину, было стыдно. Он знал, что не он победитель. Победитель русский народ, а он его и в 45-м погнал в лагеря. Все русские военнопленные вернулись с немецких лагерей. На Западе им ордена одели. Кто был в плену у немцев? Англичане, американцы, французы, голландцы. Только русских вместо орденов погнали снова в лагеря. И выпустили в 55-м году. 10 лет русские солдаты были или в немецком плену, или в советском. И как им не запить? И, конечно, повальное пьянство после этого террора, этой жестокости, этого насилия, этого глумления над страной. И в каждом городе стоит памятник этому человеку. Это главный преступник всего человечества, ваш Ленин. Главный. Ибо он совершил государственный переворот, который большевики праздновали 10 лет до 28-го. Как переворот? Они понимали, что это был в чистом виде, ночью совершен вооруженной силой. Сегодня за это преступление. За это арестовывают и получают пожизненные сроки все участники подобных переворотов. Поэтому с первого лозунга Ленина «Превратим войну империалистическую в гражданскую» вот это преступление началось в 16-м году и длится по сегодняшний день. И сегодня коммунисты не хотят поддержать Набиуллину, ибо ее курс противоречит программе КПРФ. Вы что, забыли, что вы не правящая партия? Это с какой стати министры и федеральные чиновники должны свой курс сверять с курсом одной из партий? Это было бы чудовищно.
Чудовищно. Нигде в мире нет партийного курса. Ни в США, ни в Евросоюзе. Только у вас. Все еще, вы все еще большевики. Спасибо, Владимир Ильич.